В последний день Масленицы жители и гости Матвеева кургана собрались на центральной площади поселка, чтобы вместе отметить этот праздник, получить заряд положительной энергии, отдохнуть и принять участие в веселых играх. Их приветствовал глава администрации Матвеево-Курганского района Александр Рудковский, глава Матвеево-Курганского сельского поселения Галина Щиткова и благочинный Матвеево-Курганского благочиния иерей Евгений Фомин. Как и принято, в прощенное воскресенье они попросили прощения и пожелали всем здоровья, добра и благополучия. Я сегодня хочу поздравить вас с этим праздником, с Масленицей, который мы подготовили для того, чтобы, в общем-то, наверное, вы отдохнули. Но с другой стороны, я хочу у всех вас попросить прощения, если кого-то обидел, если что-то не так сделал, где-то не услышал, простите меня, люди добрые. Чтобы в этом году у нас был богатый урожай, чтобы в жизни все у вас получалось, счастья, мира, добра. И простите, если что-то не так. Низкий вам поклон. Желаю весело провести последний день торжеств и с чистой душой, с чистой совестью вступить в Великий пост. Сегодняшний день называется «Прощенное воскресенье». Постарайтесь друг у друга, у ближних попросить прощения, чтобы на кого не было зла, ни на кого не было обид. И чистой душой встретить Великий пост, провести его до самого светлого Христового воскресения. Простите меня, с чем виноват перед вами. Помогай Бог. Ангел хранит. На звуки народных песен и аромат блинов тянулись и ребятишки, и взрослые. Веселые скоморохи приглашали детей в круг, веселили их небылицами и потешками. Песни пели, плясали, зиму провожали и в забавах участвовать приглашали. Белый лебедь летал, и лебедушку выплекал, и лебедушка выходила со лебедем голова. Собравшийся народ по старой доброй традиции перетягивал канат, соревновался в поединках блинов и участвовал в других веселых конкурсах. Было очень весело и интересно. Раз, два, три, четыре, пять. Дима, иди, иди. Так, ну это определенный уровень. Атмосферу весеннего праздника создавали выступления различных творческих коллективов, устроивших традиционные веселые и шумные обряды и дружные хороводы. Веселый семейный праздник закончился традиционным сжиганием чучела Масленицы. В ярком пламени сгорали невзгоды и печали, даря надежду на светлое и самое хорошее время в жизни.